Игорь, этот сезон стал для тебя заключительным в МХЛ. Расскажи о времени в «Русских Витязях». Каким оно стало для тебя? Ну, в молодежке я провел достаточно много времени, 4 года. Много новых парней приходило, я был самым новеньким, тянулся за старшими ребятами. Было куда расти, и сейчас есть куда расти. Хоккей такой вид спорта, что нет каких-то пределов, ты постоянно должен как бы стремиться к чему-то лучшему. Сначала базировались в Чехове, там была своя атмосфера, потом переехали сюда, здесь своя атмосфера, везде как бы повара рады, постоянно нам это готовили вкусно покушать. Самое вкусное блюдо в столовой? Филе и макароны с сыром. Это наш стабильный обед перед играми. Очень любим все. Как считаешь, будет ностальгия по столовой? Ну, конечно, это все-таки 4 года питались, и как-то уже эта еда стала домашней, наверное, так будем скучать. Как ты уже отметил, 4 сезона в МХЛ, 149 матчей. Какой из них стал самым ярким, самым памятным для тебя? Самым ярким, наверное, первый гол в молодежке был у меня против Риги. Тогда в большинстве играли, забил гол. Наверное, радовался тогда очень сильно. Шайбу сохранил? Конечно, сохранил тренеры. После игры сразу подарили шайбу. Сразу отдал ее родителям домой на память. Хранится дома в Самаре? Да, конечно. В этом сезоне, в таком ключевом, наверное, решающем, да, ты успел сыграть в 3 параллелях – МХЛ, ВХЛ, КХЛ. Насколько удалось проявить себя и показать максимум? Ну, сбор я проходил с молодежкой. Наверное, это была самая главная мотивация – отработать как можно лучше предсезонку и попасть в более высший уровень, так сказать. В вышке я поиграл не особо много. 7 матчей? 7 матчей, да. Но твоя атмосфера, голодный хоккей, азарт, вот это все там присутствовало. Ну, впрочем, как и в любых лигах. Попал вот в КХЛ. Не знаю, наверное, через работу туда попал. Судя по всему, какое-то выяснение отношений. Яковлев бьется с соперником и им является Игорь Рыченко. Старался как можно больше проявить себя. Не зацикливался на том, что проходил там сборы с молодежкой, еще что-то. Как бы нужно из любой ситуации выжимать максимум. Наверное, это самое главное правило в хоккее. Получилось, что получилось, и более-менее доволен. Получив уже опыт ВХЛ, КХЛ, на взрослом уровне поиграв достаточно длительный период времени за этот сезон, какое бы вот ты дал напутствие нашей молодежи, которая будет только дебютировать в МХЛ? Наверное, быть честным перед самим собой – это самое главное. Слушать тренера, наверное, выполнять всю установку и работать на максимум в тренировке, в том же самом как бы быту держать порядок, потому что все это перетекает на поле и все как бы взаимосвязано. И просто держать, наверное, дружный коллектив в команде – это будет залог успеха. Ну а сам будешь скучать по молодежке? Ну, конечно, уже так, уже какой-то… Какая-то грусть меня присутствует. Присутствует, да, грусть какая-то. Но кто-то ломается, кто-то это идет вперед. И это хоккей. И как бы двигаемся дальше и ставим себе новые цели. Немного о целях. Какие поставил лично перед собой сейчас? Ну, сейчас нужно хорошенечко отдохнуть, подготовиться к сборам усердно. И попасть в основную команду – это самая главная цель. И там уже будем ставить новые цели. Спасибо, но мы желаем только успехов и благодарим тебя. Спасибо, спасибо.